Добрый день. Меня зовут Акулевский Василий Андреевич. Я являюсь преподавателем учебного центра Центра исследования безопасности информационных технологий. Я вам сегодня расскажу о новом курсе обеспечения доверия платежным приложениям по уровню OAuth 4. Актуальность этого курса обусловлено тем, что с 1 января 2020 года вводится обязательное требование сертификации программного обеспечения либо оценки по уровню доверия OAuth 4. Требования проверки платежных приложений либо их сертификация являются обязательным условием применения платежных приложений с 1 января 2020 года. Казалось бы, срок достаточно большой, но для того, чтобы выполнить либо требования по сертификации, либо по обеспечению доверия, необходимо проанализировать все процессы разработки программного обеспечения, необходимо проанализировать выполнение требований информационной безопасности в рамках этих процессов, процессы тестирования и так далее, и так далее, и так далее. Это огромнейшая работа, которую необходимо начинать заранее для того, чтобы не просто выявить несоответствие, но и устранить. Курс предназначен в первую очередь для руководителей подразделения разработки программного обеспечения, для руководителей информационной безопасности банков, а кроме того, он будет интересен и полезен для руководителей подразделения оценки рисков и для руководителей банка, которые отвечают за направление деятельности, связанные с информационными технологиями и информационной безопасностью. В рамках этого курса вы узнаете, как организовывать процесс разработки программного обеспечения, как встраивать требования информационной безопасности на самых ранних стадиях, как проводить тестирование этих требований, как проводить заключительные тестирования на соответствие требованиям технического задания, как проводить оценку уязвимостей разработанного программного обеспечения, как встраивать в процесс эксплуатации регулярную проверку на уязвимости и регулярное сканирование этого программного обеспечения. Мы вам расскажем, какие еще дополнительные процессы необходимо включить в постоянную деятельность банка, такие как тест на проникновение и связанные с ним задачи по устранению выявленных уязвимостей, которые также являются необходимыми составляющими элементами оценки уровня доверия. Уязвимости есть всегда. Уязвимости разработки, уязвимости встраивания, уязвимости архитектуры, уязвимости логики. Знания, полученные в течение этого курса, помогут вам определить критерии, помогут построить процедуры, которые обеспечат вам уверенность в том, что ваше программное обеспечение функционирует в соответствии с заданными требованиями. Приходите на курсы в учебный центр ЦИБИТ, и мы вас научим разрабатывать безопасное программное обеспечение.